Добрый день. Добрый день, меня зовут Андрей Кудин и представляю свою коллегу Галину Царькову. Мы, в общем-то, не в первый день столкнулись с проблемами оказания помощи в сложных ситуациях. И в рамках этой конференции под эгидой Института консультативной психологии консалтинга мы, как два профессионала в своей области, запускаем проект, который называется «Школа некоммерческих организаций социального партнерства», поскольку разного рода проблемы можно решать не только индивидуально с помощью экспертной помощи, но и в рамках деятельности некоммерческих организаций, некоммерческих, негосударственных, и также в рамках социальных инициатив или социального партнерства. Вот. Именно поэтому мы долгое время оба проработали сначала в НКО, затем долгое время проработали в бизнесе, каждый из нас успешно, решили вернуться к нашей прежней деятельности и приступить к тому, чтобы, точнее, продолжить то, что называется профессиональное образование и профессиональное обучение руководителей некоммерческих организаций. Поскольку мы в этом абсолютно уверены, что эта деятельность с точки зрения профессионализма должна быть... С одной стороны, она должна иметь высокие критерии качества, с другой стороны, она должна иметь определенные критерии именно организационные, и третье, она должна быть оплачиваемой, то есть сотрудники, работающие на платной основе. Вот. Вчера мы провели мастер-класс, который называется «Новые способы привлечения средств или фандрайзинга». Это был такой анонс одного из наших тренингов. Сегодня мы проводим круглый стол, которая проходит под эгидой обсуждения вопроса профессиональные НКО, риски и выгоды. Сегодняшний круглый стол будет проходить в формате открытого пространства, который будет проводить Галина, и далее слово передаю ей. Спасибо большое. На самом деле, хочу вас пригласить всех, поскольку понятно, что конец конференции, да, такие уезжательные настроения. Но полтора часа, которые нам выделили, конечно, это очень небольшой такой формат времени для того, чтобы провести полноценные события в формате открытого пространства. Но я вам хочу сказать, что эффективность участия, эффективность его проведения, надеюсь, что у вас удовлетворит. Поэтому лично каждого прошу прийти, потому что с точки зрения продолжения того, что сказал Андрей, жизнь становится... как бы системный, да, и нужно не хранить наши золотые яйца в одной корзине, да, то есть одновременно нужно привлекать ресурсы для своих программ из государственных источников, из спонсорские средства, то есть взаимодействовать с бизнесом и самим какие-то услуги, да, реализовывать. И вот я думаю, что именно в этом смысле мы взялись за этот проект. Научить людей жить системно, жить многогранно и войти в диверсификацию. Поэтому сегодня вот эти, конечно, полноценно, может быть, я не гарантирую, что какие-то все эффекты будут достигнуты, но увидите формат, который вы можете использовать в своей работе, поскольку контент можно создавать, да? И это очень активная работа. Ни я, ни Андрей не берут на себя смелость делать какие-то доклады, да? Скорее всего, это будет такой не финансовый ресурс. То есть вы сможете обменяться друг с другом мыслями или наоборот, задать вопрос, на который вы не знаете ответа, и я уверена, вы можете его получить благодаря вот такому составу. Ну, больше я не буду говорить, да, надеюсь, что мы вас приглашаем в аудиторию 412, этажом ниже. Конечно, попытаемся быстро создать условия для его проведения. Это будет в 11:15. И тема нашего круглого стола. Ну, скажи. Да, тема круглого стола. Моя организация, риски и возможности профессиональные или добровольческой работы в деятельности НКО. То есть, даже если вы не являетесь участником или руководителем некоммерческой организации, но просто расположены к тому, чтобы внедрять некие социальные инициативы. Или взаимодействовать. Или взаимодействовать, да.
как говорят наши англичане, welcome. Ждем вас с удовольствием, с вами поработаем. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое.